Вдумайтесь, все то, что должно содержать молоко, содержит пальмовое масло. Фальсификат. Вред для здоровья. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители. Должны быть огромные штрафы, тогда здоровье людей будет защищено. Мы в свое время с вами взяли и сняли льготы, которые были даны тем, кто завозит пальмовое масло. Мы эти льготы отменили, потому что раньше пальмовое масло имело такие же льготы, как детское питание. Надо нам вводить действенные меры в отношении тех, кто просто-напросто травит людей.